новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Сейчас бурстим или нормально? Бурстим, бурстим, конечно. Зачем вы налево перебежали? Привычки, они такие. Писал на будущее, это делается по-другому, в другую сторону, чтобы тебя хилы хитили. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Жена Бернио. Зеленый кэмп, мелики. Мелики, прием. Красного будем ждать, нет, 38 босса. Не будем. Все, стоп. Куда его переводить надо? Типа мы бы сейчас перевели. Бладласт. Зергает. Саку приедет. Приказ. Короче, я скажу так, вы нихуя не умеете брустить его. Зачем было стопать перекрасным, если фаза попадает в вот это вот варево, оно не вылезает вместе. Проглядел, ничего страшного. Меня слышно, Дитя? Да, да. Вот смотрю на ваши пулы, блядь, я хуеваю. Три пула подряд, танк тупит с перефазой.
Вопрос. В чем проблема, блять, перевести босса на перефазу? Неопытный просто. Это первый нюанс. И, блять, вы процентаж нет смотрите? Короче, на бафы пул. Лапа. Ой, заебал. Спикни из танка, нахуй. Потанчивай его нормально. Блять, вы чё? Это не я. Это я промахнулся. Хватайте танки, пейте. Дайте ГП, пожалуйста, честно. Все нормально, все нормально. А ни хера нет. Тогда и мне тоже ГП. Где, блядь? Будем стопать. Да, стопаем. Стопнули уже, стопнули. Луж нету, к стенке дошли далеко. Лужи 3 секунды. Луж нету, надо слезнять на стенку. Какие-то заранее свои метки. Может получиться что-то любопытное. Стопните, красный дышал. Не надо анонса ничего лишнего. Эдвард, ты долго там стоять будешь? Сорок. Стопнуть. Стопнули, отошли милики. Веди слизняк зеленому. Красному бью. То есть не слизняк, проф. Переводит. Стали по местам. На вкус
Давай, Диван. Да, по эпигастро. Колба. Поев. Ну, не я так. Вторая печенька. Нужно подождать. А мы что, в 4 хила будем? Да? Ну, бывает. Да, кстати, в 4 хила. Ты к тому, что Шимагол не хилил? Потому что Шимагол его не было вообще на боссе. Его не было на боссе. А где он был? АФК или он офлайн? Короче, он встал, я так понял. И пока он бежал, мы пульнули. Случайно. А, ну да, был же случайный пул. Ролить кому надо. Мне отойти надо. Перед лючом перекур 3 минуты. Да, конечно, вот эти пулы, блять, префайром вообще нормальные.
все молчат или лагануло? Молчат. Там перерыв закончился? Да. Да, ФКР, че? Элбрил в ДЦ спекнулся? Да. Розария, стяг в локи. Окей. Вага, можно тебе вопрос? Допустим. Почему у тебя в шее стоит ЛКшный камень? У меня это какой твинк? Какой? Ну, посчитай, какой этот винг. Трейд кто кидал мне и зачем? Лук, давай. Держи. Спасибо. Тебе РЛ-ку скинуть на Ханта? Нет, просто лутеры повесь на меня и все. Войд, хочешь потанчить? Да. Войд на Личе, Халфейн на Ширкарях и Пегастре в Ретре. Каски и Пегастре, Розария, Кулак, Холик, МП5. Бафы обновляйте. Че там, Шмагол, походу, кушать приготовил уже, да? Рычи на бафы пул. Каска по рогам. Шмагол, прием. Супроты обновите. Его, по-моему, даже в Дискорде нету. Ну да. Кто из Элемов хочет похилить? Лучше вариант Тортик. Торм. Раз все молчат, значит втроем кидайте ролл. Это Шторм сказал вроде как. Да, я могу. Не проблема. Кидайте ролл втроем. Выиграть. Еще. Кирс. Показываю класс.
Коват в рейд, Войт обратно. Сумонти, Ковата. У тебя, кстати, вага в поясе, бесцветное гнездо, камня нет. Есть что-то. Я в курсе. Доебаться. Хочет доебаться конкретно. А без шансов. Что, что доебаться? Просто он говорил сегодня днем по поводу твинов. Редвар, у тебя это второй твин, который ходит в гильдейские рейды. У меня это третий персонаж. Какая разница? Второй, третий. Большая. Сопроты обновите. Что сам говорил, если не можешь содержать. Ребята, что вы начинаете? Пул сейчас будет. Коват, ты на рюче, Халфейн на шаркаря. Рюче на баф и пул. Сопроты обновите. Дайте лапку. На рыбу ешь. Защиту от темной обновить. Запускай босс будет. Если что, Редвар, у меня уже готовы все сердолейки, полиро и прочая хуйня. Мне просто надо поменять шмот. Ну, у меня то же самое. А ты мне в троид это закинешь? Покажешь? Тебе голду можешь просто показать? Давай, хватит? Окей. Я тебе потом тоже спал, покажешь, вопросов не было. Я думаю, это вполне хватит. На сердоле и вполне. Может быть. Я могу успеть про товарок. Воронки уже готовые. А Войт, а чё, ты не в танке? Нет, Войт ДД. Танчить Лича у нас Коват. Я понял. Давайте тот камень что-нибудь покажу. Я тоже Бибу могу показать. А пистон можешь показать? Я прямо в прямом эфире. А тебе это зачем? Ты же вроде парень. А я не... Пистон готовит. Я понял. Бывает. Сейчас бы пистоны смотреть. У кого просто что болит? Где Флудим? Проведи шаркаря чуть дальше. 0,5% фаза. Тут на мелких чумах смотри. Охуенно вот эту ледяную воду. Это бабл. ДДшки могут добить шаркаря.
Отдадитесь, чума пройдет. Имер залить. Ну, сыграли бы, пошуркарю. Крысы выбейте, там хан. РТТ по печеньке. Ну, лечить. Кто в печеньке? Женой на резиста. Босса вся. Да, разъебите монетку, чтоб она в оскренение не улетела. Замекляем. Сейчас трусы в оскренение улетят. Бля, чего вы Валькирии не бьете, а? РТД по трусам. Дайте я стант хоть такой, ничего не так идет. Ну, Валькири, ну. Ромб. Прослоните ромб. Потом РДД играть трусам. Сорок три процента. Thank you.
забудьте метку на комнату. Давай поставлю. Первый чешку отдам. На левую идем. Мосса, не беги вперед меня. Направо пойдем. Злечався. Почему так разрозненно стоит? Неликс.
тут есть на серве такая фигня, что когда бьешься в ПВП, и типа один наносит одному удар, он умирает, и типа этот тоже умирает там, от удара. Есть такая? Типа одновременно сдыхает. Доток-ток. Войт, хочешь в гильдию Ералаш? Мне, знаешь, что нравилось, что пишут, в гильдию Ералаш требуются адекватные игроки. Да, я тоже на это обратил. Ну, тут, ты знаешь, может, там в натуре нормальные челики сидят. Да, Кирс. А у меня скат не работает, я ничего не видел. Кирс, а у тебя есть чисто забой плечу? И что там, комнаты, вот всякого вот этого? Никони плечу. Нет, не на каждого. Общие есть? Если у кого есть там скады с прописанным Т5, можете линкануть абсорб отхил. А как узнать, прописан Т5 или нет? Ну вот я вот так вот линкану, не знаю там, что прописано. У меня вот такие цифры. Бати, Тартас, твоя ненависть не забирает... У тебя адмиралская? Угу. Тебя Т5 не читают, у Пирса, по-моему. Чего? Т4. Да, там цепуху не считают же. Адмирал не вписывал туда вроде как. Да и ты не впишешь, тут как стринит, блядь, с серверной стороны надо переписывать. А почему этим вообще занимаются адмирал, а не админы Сируса? Почему они не делают аддоны, которые будут под актуальные контент? Это сторонняя программа вообще, пофигу. Лизарды тоже не делали аддоны. Они же делают аддоны у них на сайте, есть аддоны специально для Сируса. Этот сервак как идет как проект, нахуй, зарабатывает деньги. Я удивлю. Даже Atlas Loot, который выложен у них, это не они, не занимался другой человек раньше, а сейчас он занимается Днюша. Ну, Atlas Loot это хуйня, там у них в этом путеводителе это есть, типа они это сделали. Ох, ничего себе! Блять, сразу два, да. Один мой, вообще без шансов. Они просто делают аддоны, которые по сути нахуй не нужны, типа фишбади там, блядь, для рыбалки, но почему-то скаду они не делают. Сука. Аддоны никогда не делают разработчики, делают игры. Они, может, просто их размещают? О, ты знаешь, ну, размещают, если но скаду же они не разместили. В их интересах они бы сделали бы это. У них есть нул, который занимается подгонкой некоторых аддонов, если они некорректно здесь работают. Мозор неплохо сходили, да? Супер вара одели. Нужен сколько этих осколков уже? Жужен. Рольте маунта. А новенькому разве дают? Новенькому нет, не дам. Джокеру тоже не дам, он что-то очень редко появляется.
Ты у нас Казум третий, да? 77, да. У нас на сегодня все? Скорее всего. А типа запустить не можем? Джайна не работает, да? Там невозможно поговорить с ним даже. Токены никому не надо. В сундуке-то оставлю. Какой токен? Пал, Лок, Прист. Это героический. Обычный. Давай мне на ШП, если что, может быть, пригодится.